Всем привет! В видосе я решил уместить мои моменты с Immortals с основного аккаунта и продолжение походов на алмазы с Гвардианом. Надеюсь, вы такое оцените и бахните лайкосик. Приятного просмотра. Let's fucking go! Ну он на мувик! Да, блядь! На нахуй, мстители. Я хуй знает на кнопке. Мастмен. Хорош. Вообще крутой ты. Ну, охуительный, блин, я хуй знаю. Наконец-то не через вот эту скобочку, да, которую, блин. Почему не через эту? Ну, предыдущий, блин, Вадим, реально хорош. Больше не шутков. Сус! Что прошла? Ты вообще ну нахуй безмозглый, я не знаю, ты бля ебанутый. Скоро выйдет вторая серия похождения с Гвардианом на Даймонда. Да. Я тебя чаще звать играю, чтобы тебя видосы выходить. Ну вообще, ну по факту это так работает. Иначе откуда клипы брать? Блять, боже, ебаные морки, нищие уебки. Вот, блять, с Даймонда настоящие игроки, блять. Во-во-во-во-во. Тюп-тюп-тюп, клоп-клоп-клоп, тюп, сейчас я убью. Скинь с Гвардиан скин, пжи-пжи-пжи. Спасибо. Ну что, вот либо это еще ебанул. Получил, ебал. А тебя? Ебать, что я дал. Да, я видел, хорошо. Просто полете типа ебанул. Это кобузит, потом тап нажала. Я Рейза убил. Ой, это. Я Рейна убил. Он стоит фул опен пот, все. За что? Да. Но Кайо это пиздец. Вот, допустим, на Рейне, когда ты кидаешь флешку, челы либо стоят на месте и в нее стреляют, что по большей части так происходит, да? Либо они, ну, не успевают ломать и умирают. Ну, на практике здесь, на этих рангах. А когда я на Кайо кидаю флешку или на Фениксе, они начинают просто бежать и прыгать, и в это труднее попасть. Поэтому на Рейне удобнее играть с Гвардианом. Чем похуй. Блядь, чел, иди нахуй, слышишь, блядь? Мам, прости, пожалуйста. Прости. Я обязательно это выложу, добавлю видео. 100 лайков, если прощаю. 200. 200? Угу. Много-много. Хоп. Хорош. Еще скай. Да хп. Давай. Вон там, вон там сзади. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, а если вам очень понравился этот видеоролик, напишите в комментарии nice shot. Всем спасибо, всем пока.